Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. Суп дю жур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Господи, боже! Алекс, что там? Фу, иди посмотри. Ого! Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Эй, осторожнее. Сейчас не время хернёй страдать. Классный нож. Неплохая может выйти компенсация для этих уродов. Сейчас? Мало ли что, может пригодиться. Что за место? Думаю, это правильный путь. Точно что-то видела, движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели! Хватит, Джей! У нас нет выбора. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема.
Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? А это что? Это? Да она на соплях держалась. Эй, тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Посмотри, похож на детский. Не хочу, пошли отсюда. Да, может это малыш Дракула? А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны и... Потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Что такое? Что там? Смотри! Что? Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Здесь идеально чисто. Твою мать! Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. Чё? Какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Конрад! Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад! Это что? Он умер от испуга? Жуть какая! Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет! Кони! Кони! Кони, черт, да где же ты?! Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Тихо! Хочу и кричу. Кони! Он делся! Ah!
Скажи, куда мы, блин, идем? Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Стой! Ладно, хватит! Выходите! Черт! Гребаный корабль проклят! Смотри. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Не делай этого, прошу. Боже! Боже, о боже, вот этот парень сейчас здесь, с нами. Умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Олсен! Мер! Qu'est-ce que tu fais? Что это? C'est quoi ce bordel? Что за хрень?
Эй! Есть тут кто? Не к добру все это. Господи, что здесь произошло? Долбануться нахрен, что за сучий день? Черт. Ладно, так, погнали. Выше нос. Давай же, мать твою, не трусь. Ну же! Так, ладно, короче, давай. Собрись. Собрись, тряпка. Давай, выше нос. Встряхнись. Вот дерьмо.